Баруха та Адонай Элохейну Мелех Аалам, Ашер Бахарбану Миколь Гаамину Танлану Тора То. Баруха та Адонай Нотенна Тора. Благословен Ты, Господь Бог наш и Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дарующий Тору. Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. И сегодняшняя наша недельная глава, конечно же, называется Песах. Да, то, что означает, да, в переводе, как говорят, Пасха Господня, да, или более дословно, это ангел-губитель пройдет мимо, то есть, да, пройти мимо. И как здорово, когда стихия, да, она проходит мимо тебя. Мы много знаем, да, есть много, там вот даже недавно показывали фотографию, когда, да, прошел торнадо в какой-то части там города, да, страны, и все было разрушено, но какой-то дом устоял. Да, мы много видим, да, мы смотрим также по новостям или просто мы смотрим о том, что там какие-то землетрясения проходят, да, но что-то вот, или какая-то эпидемия проходит, да, и она не касается нас. Это здорово. И это здорово, когда губитель, он проходит мимо. Даже если немножечко это нас касается, ну, я думаю, для того, чтобы иммунитет стал сильнее, это только так, немножко. И сегодняшняя очень такая сильная как бы глава, да, она говорит о том, что ангел-губитель, он пройдет мимо. Но для того, чтобы эти стихии, они проходили мимо, нам не просто нужно, ну, родиться везунчиком, да, или, как говорят, там, родиться в рубашке. Нужно сделать что-то большее, что-то, ну, более то, что происходило там в Египте. Я бы хотел бы сегодня зачитать Исход, 12 главу, с 21 стиха. Это книга Исход, Шмот, 12 глава, 21 стих. Здесь говорится: «И созвал Моше всех старейшин Израилевых, и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. И вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках». И здесь очень такое сильное просто слово, да, «и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». И не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. И в данной главе описывается одна из самых ярких и важных событий вообще всей истории Ветхого Завета. Это выход народа Божьего, да, и тот, кто к нему присоединился из Египта. Это самое, ну, яркое, достопамятное вот это вот, ну, событие. И эта глава, она где-то похожа, да, вот на книгу Откровения, или книга Откровения где-то, да, вот она про продолжение, ну, главы Исхода. То есть там, где настолько это яркое событие, когда на самом деле Бог, он выводит народ Божий из Египта. И когда я вот читал эту главу, для меня эта глава – это как Евангелие. Знаете, да? И я думаю, что, может быть, когда вот вы проповедуете Слово Божие, Евангелие, и даже человеку неверующему эту историю рассказать о том, что как Бог, он выводил свой, да, как, ну, народ, и не только как бы народ, да, там был израильский, но и были египтяне, кто встал. Я думаю, что на самом деле здравомыслящий человек, он просто услышит эту историю, он все-таки подумает, скажет: «Боже, а что мне сделать, чтобы спастись?» И когда я читаю эту историю, то есть для меня это, ну, как Евангелие, то есть благая весть о том, что Бог все-таки, как он выводит народ. И вопрос, да, почему ангел-губитель одних прошел мимо, а к другим зашел, и произошла трагедия, да, умер первенец. Что отличало одних от других? Ведь в тот момент они все были одинаковы. Вроде в тот момент они все были, знаете, как на одних весах. Возможно, даже и фараон. Я все-таки, как бы, я так думаю, что если бы были все помазаны косяки дверей, возможно, даже и не было бы трагедии. Или, возможно, было бы больше
трагедий и смертей, если бы никто бы этого не сделал. И вот вопрос, да, что отличало одних от других? Их отличало не только, что они были евреи, хотя это же отличало, но их было отличительной чертой и важным моментом то, что они поверили и приняли искупительную жертву, предлагаемую Богом. На тот момент это был ягненок без порока. И свидетельство этому было то, что они помазали перекладины дверей кровью этого ягненка, что и стало их защитой. И теперь интересный вопрос, да, к нам, к себе. Что нас отличает от людей этого мира? Ну, на самом деле. Мы живем среди людей. Мы работаем, как все люди работают, да, зарабатываем деньги. Кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше зарабатывает. У кого-то положение социальное более выше, у кого финансовое положение выше, кто-то более образован, кто-то менее образован, кто-то более, возможно, духовен, кто-то менее духовен. И мы живем в этом мире, и на самом деле все это освободило ли нас это все от Египта? Да, из духовного рабства. И когда я читал эту главу, как бы, да, задавал такой вопрос, Боже, а что на самом деле отличает нас, ну, нас, как бы, как верующих людей? Да, многое отличает. Мы многим можем поделиться, мы можем рассказать, но на самом деле, если посмотреть вглубь, что отличает нас? Чем мы отличаемся? И в чем наше преимущество? Я думаю, что важно, что нас отличает и что отличало, да, ну, людей, которые вышли из Египта, то есть это в том, что мы прощены. Я думаю, что это главное отличие нас, верующих, в том, что мы спасены и наши имена не записаны в книгу жизни. То есть и я думаю, что это главное отличие и то, о чем мы должны радоваться. Да, мы можем радоваться о каких-то, ну, моментах, которые в нашей жизни, там, да, там что-то произошло, там, не знаю, там сдали, кто-то сдали экзамены, там, приобрели новый телефон, iPhone, как бы мы можем хвалиться, да, как бы хвалиться. Но на самом деле, то есть, на самом деле, вот чем мы должны хвалиться, это то, что мы прощены. Помните пример, да, когда пришли ученики к Иешуа, и они радуются о том, что бесы выходят, то, что так все хорошо у них получается. Иешуа им сказал, что не этому радуйтесь, а радуйтесь тому, что ваши имена, да, они записаны в книгу жизни. И это очень важно. И это не наша заслуга. В Гефсиманском саду кто-то принял решение отдать свою жизнь. И кто-то это наш Господь Иешуа. Хотя он боролся с этим, но он принял решение о том, что нас нужно простить. И мы знаем, что без пролития крови не бывает прощения. И это на самом деле огромная привилегия для каждого из нас, потому что какие-то моменты приходят в нашу жизнь, и мы разочаровываемся, мы расстраиваемся, что-то у нас не получается. Но на самом деле мы не должны терять радость от того, что у нас что-то не получается, или мы чего-то не достигли в жизни. И мы смотрим на других людей, вроде как кто-то живет даже лучше, чем я, в красивых домах, на хороших машинах, а я никак не могу сделать ремонт в своей каморке. И думаешь, Боже, ну почему кто-то живет лучше, а я вот хуже и так далее. Ну это на самом деле не должно нас расстраивать. То есть самое важное, потому что когда человек, он находится, да, вот, ну, написано, что все согрешили и лишены славы Божьей, лишены спасения. И неважно, знаете, человек, если он идет в ад, неважно, богатый он или нищий он, то есть тут совершенно неважно, какое у него там социальное положение. Или когда он идет на небо, главное, что он имеет спасение. И вот я думаю, чтобы мы вновь и вновь осознали радость, ну, именно того, что мы спасены, мы прощены.
Потому что когда человек, ну, пример, да, когда человек, он находится, ну, в заключении, да, там, в зале суда, я думаю, что для него единственное услышать, это что, когда он прощен. Единственное для него это, то есть все, ты прощен, ты свободен, ты можешь выходить. И вот это вот, я думаю, что мы должны вновь и вновь в дни Песха переосмыслить, что для нас спасение, и что мы спасены. Это первый момент. И второй момент, я хочу поговорить о крови Иешуа. Что дает нам кровь Иешуа и в чем ее превосходство? Буквально несколько минут. Я не хочу говорить о том, что да, есть такая тенденция там, призывать кровь на все, что мы видим, там, на свое имущество, там, на машину и так далее. Я не знаю, правильно это или неправильно, но в Писании как бы этого не говорится. В Писании, да, четко говорится то, что священники, они, когда приносила жертва, то есть они окропляли жертвенник и все, что было в этом жертвеннике, и окроплялся еще те, кто служили. Ну, именно служащие. В Новом Завете тоже говорится о преимуществе да, крови Иешуа. Там не говорится о том, что мы должны призывать ее на все, что мы видим. И я хочу просто еще раз как бы напомнить нам, да, что дает нам кровь Иешуа, Мессии, и в чем ее преимущество. Первое, что это искупление от греха и вечного наказания. Это первое и главное. Помните, когда Иешуа висел на кресте, он сказал «свершилось». То есть под словом «свершилось» он сказал, что это означало, что дело искупления было завершено навсегда. Если в Торе это было, то есть священник каждый год приносил жертвы, потому что, ну, не, то есть как Писание говорит, что да, то есть как бы не хватало, то есть нужно было приносить каждый год. То есть это, ну, нельзя было принести один раз жизни и все. То есть то Иешуа, он один раз, он умер за нас, и это до конца, то есть мы искуплены до конца нашей жизни. То есть это дело искупления было завершено. Не нужно приносить там раз в год, там кого-то резать и так далее. Это первый. Второй момент, кровь, она вновь позволяет приходить к престолу благодати, если мы согрешим. Это написано евреям, я не буду читать местописание, вы можете просто дома потом просмотреть. Первое, это 1 Петра 1:19, и второе, кровь Иешуа Мессии позволяет вновь приходить к престолу благодати. Это евреям 10:19. То есть что это означает? Когда мы согрешаем перед Богом, мы можем вновь прийти к престолу благодати благодаря Его крови. То, что Его кровь, она говорит о том, что ты прощен. И ты можешь приходить к престолу благодати до конца своей жизни. Конечно, это не означает, что мы должны, это слово я забыл, не игнорировать, пользоваться этим. И думать, да ничего страшного, все равно Бог меня прощает. Но когда мы, да, мы согрешаем, мы можем вновь прийти к престолу благодати благодаря Его крови. И третье, это написано Евреям 9:14. Кровь Иешуа Мессии делает нашу совесть чистой от бесполезных действий для получения Господу. Это означает, что мы не только свободны от жертвоприношений, являющимися бесполезными для получения спасения, но мы также свободны от бесполезных и непродуктивных дел плоти, чтобы угодить Богу. Бог хочет, чтобы мы делали это непринужденно, потому что что-то надо делать там, или что-то еще. И когда мы что-то не делаем, приходит какой-то момент угрызения как бы, совести, что надо что-то делать. Да, мы не заслуживаем делами спасения, но дела также они говорят о том, что мы спасены. И поэтому вот эти вот важные вещи, они именно говорят о крови, о ее превосходстве в нашу жизнь. И, дорогие друзья, пусть Бог благословит вас. Еще раз поздравляю вас с Песохом. Пусть Пасха Господня, пусть жертва Иешуа, она всегда дает вам жизнь, дает вам силу, помогает подняться вам вновь и идти за Господом. И это очень важно. И еще раз напоминаю, да, главная привилегия, чем мы отличаемся – это о том, что
мы спасены. Давид, он говорит, да, блажен человек, да, у кого большое состояние, там, или что-то еще, блажен человек, кому Бог простил грехи. И это самое важное, это самое главное. Пусть Бог вас благословит. Израиль.